Truck Times Info. BMW, BMW. М6, М6. Evatec. Странный, конечно, имя у человека. Evatec. И наив. С таким именем половина участников сегодняшних наших заездов. Это, видимо, какой-то... Наиль и Evatec. Соседи. Есть какая-то связь между именем человека и его судьбой. Все-таки не зря это утверждают психологи. Так и здесь. А назвали ребенка Evatec, значит, увидите его на гоночной трассе. А если Наиль? Ну, значит, увидите его на стройке. Тоже вариант, конечно, да. Замечательно ровно идут. Только оранжевые конусы портят всю картину. А если на каждый усадить по симпатичному молодому человеку? Ну, кому молодые люди, конечно, а кому и девушки. Но не будем про это, Сергей. Смотрите, черный-то вырвался вперед. Не зря да, мы за него болеем. На торможении-то. Тормоза-то у него послабже будут.